Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня у меня на обзоре электрогриль DeLonghi CGH1030D. Это достаточно дорогостоящая модель, она является многофункциональной. Давайте рассмотрим ее особенности, а для начала рекомендую подписаться на канал и активировать колокольчик. Так вы точно не пропустите выход следующего обзора. Чтобы приобрести данную модель по выгодным ценам, переходите по ссылкам в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Контактный гриль – это функциональность и практичность в одном устройстве. Он подойдет для всей семьи или большой компании. Прекрасный современный дизайн гриля подчеркнет интерьер любой кухни. С этим прибором каждый ценитель мяса и стейков, овощей, гриль и гамбургеров может без труда устроить себе барбекю просто у себя дома. Пользоваться данным устройством очень комфортно и просто. ЖК-дисплей подскажет вам всю необходимую информацию. Удобные ручки не будут нагреваться во время работы, а это значит, что вы не обожжетесь, случайно прикоснувшись к ним. Пластины, две рифленые, две плоские, две для вафель с антипригарным покрытием можно с легкостью снять. С помощью встроенных режимов вы можете готовить овощи и мясо одновременно, гамбургеры и булочки и многое другое. Благодаря двум отдельным термостатам с отдельными ручками на панели управления можно устанавливать температуру и управлять ею для каждой пластины, обеспечивая точность приготовки. Специальная функция обжарки позволяет мясу оставаться нежным и сочным внутри за счет его запечатывания на ранних стадиях готовки. Встроенные нагревательные элементы равномерно распределяют тепло, а температура работы для каждой решетки выставляется индивидуально. Максимальная составляет 230 градусов. Верхняя крышка оборудована подвесным плавным шарниром, поэтому может без труда быть использована как пресс. Электрогриль подойдет для большой семьи или компании, поскольку его широкая рабочая поверхность позволяет одновременно поджаривать большие порции. Благодаря съемному поддону для стекания жира блюда получаются более диетическими и полезными. Съемные части прибора можно очищать в посудомоечной машине или губкой с использованием жидкого моющего средства. Мобильное приложение подскажет вам правильный режим приготовления, температуру и время в зависимости от блюда, которые вы будете готовить. Я отобрал основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели, сначала отрицательные. Не хватает датчика для определения времени жарки продуктов и степени прожарки. Не помешал бы термощуп в комплекте с выводом на экран. Короткий шнур в розетку. При приготовлении вафель нижняя панель печет быстрее. Очень большое, нужно место для хранения. Неудобно сделан поддон под жир. Тяжелый и дорогой. Теперь перейдем к положительным. Функциональность зашкаливает от вафель до мяса. Быстро, а самое главное, вкусно. Моется за одну секунду, весь нагар смывается теплой водой. Надежная конструкция. Простота в управлении. Встроенный элемент нагрева. Идеальная прожарка стейков. Быстро нагревается. Обсудить модель и поделиться мнением вы можете в комментариях, а я напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Поддержите меня лайками, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. До скорой встречи, делайте правильный выбор.